Напомним, пушкинская карта позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии, кино и другие учреждения культуры по всей стране за счет федерального бюджета. Лимит 5000 рублей. Карта именная, поэтому билет можно купить только для себя. По статистике, у наших школьников и студентов наибольшим успехом пользуются спектакли, кинопоказы и экскурсии. Кстати, Курский областной краеведческий музей проводит выездные экскурсии в новом интерактивном формате с использованием очков дополненной реальности. Совершить виртуальные путешествия можно и на Байкал, и в Петербург, и побывать в национальных заповедниках. Интересную экспозицию сейчас готовит картинная галерея имени Дейнеки к 145-летию Казимира Малевича. Сейчас идут обсуждения по расширению перечня культурного досуга. Список могут пополнить цирки. Получить пушкинскую карту можно через портал госуслуги. Для этого нужно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись. Затем установить приложение госуслуги «Культура» и оформить виртуальную карту. А подходящее мероприятие можно выбрать на портале «Соловьиный край».